Это шок, это глубокая скорбь, это преступная халатность. Это просто нонсенс. Такое просто не должно больше повторяться и быть в нашей стране. Это просто не описать, какую скорбь мы сегодня всей страной здесь переживаем вместе со всеми. Заурале скорбит Кемерово. Вечером 28 марта, в день всероссийского траура, в Курганском детском парке прошло шествие «Час тишины». Здесь на скульптурную композицию детства сотни курганцев возложили цветы, детские игрушки и свечи в память о погибших детях и взрослых при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». А никакие слова в данном случае не помогут. Потому что дети погибли. А самое страшное, когда родители переживают своих детей. Страшно. Огонь унес жизни 64 человек, в числе которых 41 ребенок. Всем тем, кто потерял детей, родителей, жен и так далее, хотелось бы, конечно, выразить свои глубочайшие соболезнования. Это очень страшно. Не хотелось бы, чтобы это повторилось. В память о всех них курганцы объявили минуту молчания, а зауральское духовенство провело молебень за упокоение душ погибших. Многие из людей пришли с белыми воздушными шарами, чтобы выпустить их в небо, как прообраз чистых детских душ, которые вознеслись на небеса. Очень, конечно, тяжело переживать такие чувства, хоть и люди как бы чужие, ты даже их не знаешь, не видел в лицо, но это может произойти с каждым, мы живем в одной стране и касается нас каждого.